Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала «Планета Чудо». Мы начали подготовку к первенству России. И вот сзади меня два парня, Никита и Степан, которые готовятся к своему первому первенству России по ката, которое состоится 25 февраля в городе Твери. Первенство России до 18 лет. Ребята занимаются в спортивном клубе «Содружество», город Пушкино, у Алексея Орлова. Они готовят программу джуноката. Ну, я немножко помогаю, консультирую в этом направлении. И посмотрим через 20 дней, как у них все это будет получаться. Так что увидим их выступление в Твери. Меня зовут Шуев Степан, из клуба «Содружество» города Пушкино. Тренируюсь под руководством Орлова Алексея Борисовича. Я Панасенко Никита, занимаюсь в «Содружестве» город Пушкино под руководством Орлова Алексея Борисовича. Ну, похоже что-то. Что-то похоже. Спасибо.
Зрители аплодируют, аплодируют. Сегодня мы провожаем Степана и Никиту на первенство России, да, по ката до 18 лет. Они будут выступать в программе «Дзюно ката». И вот ребята из их клуба «Содружество» сейчас пожелают им чего-нибудь хорошего. Ну-ка, кто, чего, давайте. А? Подходи, спрашивай. Ну да, что ты им желаешь? Поздравляю. Они уезжают на первенство России, а ты поздравляешь их с днем, 23 февраля. Да. Какой? Давай, чего желаешь? Желаю победы. Победы желает им. Ага. Желаю, чтобы они заняли первое место. Желаю, чтобы они все сдали. И поздравляю их с Новым годом. Чтобы скорее было. С Новым годом поздравили. Хороших оценок и ума. Удачи. Чтобы они победили. Возвращайтесь скорее. Так, ну давайте дружненько скажем в добрый путь. Рей? Никто же ждать не будет. Так. Настал тот день, когда мы приехали в город Твери на первенство России по ката до 18 лет. Ребята Степан и Никита готовились один месяц, это наш был эксперимент. Оба участника из спортивного клуба «Содружество», город Пушкино, тренируются под руководством Алексея Орлова. Сегодня мы посмотрим, как они смогли понять смысл всех упражнений дзюно ката. Выполнять они будут первый сет, это 5 первых упражнений. Ну, посмотрим, к чему привел наш эксперимент. Как говорится, на все, что способны, они продемонстрируют. А дальше будет видно. Если им понравится, они будут продолжать выступать по категории ката. Ну, а также будут продолжать использовать эти навыки в рандоре и в поединках соревновательных. Вот. Так что продолжаем снимать и, как говорится, будем смотреть, что будет, то будет. За моей спиной участники первенства России по ката и чемпионат России по ката. Сейчас идет разминка. Вы можете видеть те, кто проходит разминку, и в том числе наши юные испытатели Степан и Никита, которые сейчас там за моей спиной тоже проводят разминку. Вот. Так что присоединяйтесь к изучению ката и улучшайте свое дзюдо. Thank you.
Алексей Борисович, ваши ученики впервые принимают участие в первенстве России по ката. Вообще, как ваши ощущения и вот этот эксперимент, который вы начали делать? Ну, поделитесь своим внутренним ощущением. Ну да, действительно, первый раз в этих дисциплинах мы выступаем с ребятами. Решили попробовать. Надеюсь, что у нас все получится. Наша задача посмотреть, как это выглядит, с чем это едят. Ну и по возможности будем стараться внедрять это в нашу практику повседневную, чтобы впоследствии выставлять уже не на одну пару на соревнования, как у меня, а несколько пар, больше, ну и стремиться к медалям. Вот этот месяц, который провели ребята, практикуя джуноката, они выступают в джуноката, на ваш взгляд, вот прогресс, ну, такой чисто да, визуальный. Да, визуально прогресс, конечно, налицо. Ребята много работали. То, с чего они начинали и к чему сейчас пришли, конечно, небо и земля. Ну, посмотрим, как это, как они справятся сейчас, конечно, в своем плане присутствует первый раз в таком мероприятии. Но они готовы, на мой взгляд, они готовы показать хорошие. Степан, Москва. Да, подходите. Вот завершилось первенство России
дисциплина ката. Ребята Степан и Никита выступали. По итогам этого выступления в программе дзюноката они смогли достичь пьедестала и встать на третью ступеньку. В результате одного месяца подготовки вот такой у них результат. Конечно же, это неплохо, ввиду того, что ребята вообще впервые познакомились, что такое ката. Ну и тем более дзюно-ката, которая, так сказать, является, с одной стороны, катой высших эшелонов, так сказать, техники, но и в то же время фундаментальные основы заложены в этом ката. И если они дальше смогут практиковать и улучшать свои познания, то я думаю, что результат может быть у них гораздо лучше быть. Но на самом деле даже смысл не в результате призового места, а смысл в том, что они старались, они делали все, что можно. Ну и просто не надо останавливаться. Дзюноката – это всегда хорошо. Это здоровье, это хорошее настроение во всех отношениях. Физически, интеллектуально и морально очень хорошая практика. Поэтому, если кто пожелает, я рекомендую дзюноката использовать во всех учебно-тренировочных процессах в клубах дзюдо. Практикуйте, изучайте, смотрите, как это влияет на ментальность, как это влияет на физическое состояние, интеллект. Так что я от себя лично благодарю Алексея Борисовича Орлова, который предоставил мне такую возможность провести, так скажем, эксперимент с ребятами в его клубе «Содружество город Пушкино». Поблагодарить ребят Степана и Никиту за то, что они приняли участие в этом эксперименте под названием «Дзюноката». Поблагодарить Федерацию дзюдо Московской области, которые включили, значит, в заявку на первенство России ребят. Ну, что еще? Поблагодарить родителей этих ребят, которые проявили внимание к своим детям и дали возможность им выступить на этом форуме дзюдо. Так что спасибо и до новых встреч. С вами был Роман Карасев. Наш проект «Дзюноката» за один месяц завершен. Всем хорошего настроения. Алексей Борисович, завершилось первенство России по ката. Ваши воспитанники приняли участие в этом соревновании в дисциплине дзюноката Степан и Никита. Эксперимент, который в вашем клубе начался месяц назад, завершился. Ваши впечатления по итогу выступления и вообще по всему этому эксперименту, так назовем? Ну, во-первых, хочу поздравить ребят с, на мой взгляд, успешным выступлением для, так сказать, первого опыта в этой дисциплине. Мы заняли третье место. С учетом того, что мы готовились, как вы сказали, всего месяц, я считаю, что это хороший результат. Дисциплина для нас новая. Общие впечатления от ката дзюдо – это очень интересно. И я думаю, что мы в нашем клубе будем развивать это направление, потому что, ну, на мой взгляд, оно дает ребятам понимание, что такое истинное дзюдо, ну, к чему, в общем-то, наш клуб и стремится, чтобы они понимали, что такое дзюдо, чем они занимаются. Ну, в общем, мне понравилось. Это перспективное направление, я считаю, и мы будем его развивать. С вашей помощью. Никита, Степан, ну что, завершилось первенство России, завершился так называемый эксперимент под названием «Дзюноката за один месяц». Ваши ощущения от самой практики дзюноката, от проведенного месяца и вообще о первенстве России? Ну что, кто начнет? Ну давай, Уки начинает, да? То Уки, Степан, да, давай. Мне понравился сам тренировочный процесс и сам процесс обучения дзюноката. Я считаю, что это очень полезная техника, и она мне в будущем пригодится.
А насчет самой России, я считаю, то, что мы могли лучше, но, наверное, нервы сыграли свои, и поэтому мы, так сказать, те, кто мы и есть. Никит, ну что скажешь? Я скажу, да, соглашусь со Степой. Сам тренировочный процесс мне нравился, да. Все, мы учились новому, так сказать. Как Степа уже заметил в борьбе, когда я с ним борюсь, то, что я чуть-чуть что-то применяю, полезное для меня. Да, повторюсь еще раз, мы могли лучше. То есть тут я даже нервы, не нервы, но мы могли лучше. Поблагодарим всех тренеров и... Спасибо тебе, клуб, да. Что он нашел. Иван Георгиевич, вот. За то, что вы нас обучили для того, чтобы мы могли выступить на первенстве России. Награждение.